Питон улегся в кровать к австралийке и довел ее до истерики. В Австралии питон забрался в постель к 12-летней девочке и напугал ее до истерики. Об этом сообщило издание Daily Mail. Инцидент произошел в городе Макай на востоке штата Квинсленд. Алия Мэхер, Алиикха Махер, отправилась спать, но когда откинула одеяло, обнаружила разлегшегося среди простыней ромбического питона. Девочка громко закричала и выбежала из комнаты. Тем не менее родители не стали ее утешать, так как это было не первое знакомство дочери со змеями. У нас было несколько подобных случаев, так что произошедшее не было для нас чем-то особенным. Просто забавно и неожиданно было найти змею в постели, объяснила мать девочки Сэнди Мэхер. Она поднялась в комнату дочери, взяла змею и выпустила ее на волю. Старшая Мэхер отметила, что учила своих 4 детей быть внимательными, всегда проверять, нет ли змей вокруг, и не бояться ядовитых рептилий. Ромбические питоны, Морелия спилота, крупные неядовитые змеи, которые водятся в основном в Австралии и Новой Гвинее. Их длина составляет от 2 до 4 метров, вес достигает 15 килограммов. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.